Представляем линейку аппаратов пассивной реабилитации суставов ArmedFlex, разработанные профессиональными конструкторами совместно со специалистами в области реабилитации. Модель аппарата Flex F05 относится к аппаратам роботизированной механотерапии верхних конечностей. Представляет собой автоматическое устройство непрерывных пассивных движений, предназначенное для разработки лучезапястного сустава. Является универсальным аппаратом, может быть использован для лечения как правой, так и левой руки. Для удобства аппарат оснащен USB-портом, что позволяет не выставлять настройки для каждого нового пациента. Аппарат содержит большое количество регулировок, которые позволяют настроить параметры под физиологические особенности человека и проводить терапию безболезненно и комфортно для пациента. Работа аппарата возможна в трех основных терапевтических режимах разработки сустава: в положении для пронации и супинации, в положении для сгибания и разгибания и девиации. Подробная инструкция по трансформации аппарата для различных режимов приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации. Тренажер снабжен ручным пультом управления с графическим дисплеем, который отображает основные сервисные функции – удлинение, сгибание, разгибание, комфорта, разогрева и тренировки, задание времени процедуры. Для переходов между меню используются кнопки управления «плюс-минус», для входа в меню «ОК». Аналогично в самом меню осуществляется переход между параметрами. Запуск аппарата производится кнопкой «Пуск», и работа аппарата начинается с работы моторов в синхронном режиме. Для проведения терапии в режиме пронации и супинации зафиксировать больную руку в лотке предплечья, зафиксировать кисть в ручке пронации и супинации, установить на пульте управления требуемый режим и выбрать длительность сеанса терапии. На пульте управления через кнопку «Пуск» запустить процедуру. В ходе сеанса сустав будет совершать ритмичные пассивные движения. При этом важно, чтобы ось лучезапястного сустава совпадала с осью механизма, отвечающего за движение пронации и супинации. Для проведения терапии в режиме девиации необходимо трансформировать тренажер согласно руководству к использованию в соответствующем режиме, расположить конечность в лотке для предплечья, зафиксировать руку с помощью ленты-липучки, на пульте ручного управления задать требуемый режим и время процедуры. После запуска программы терапии аппарат начинает совершать пассивные вращательные движения из стороны в сторону. Работа аппарата в режиме сгибания и разгибания. Необходимо трансформировать тренажер в соответствующее положение. Для этого установить механизм сгибания и разгибания на ось мотора и зафиксировать фиксатором. Ручку для сгибания и разгибания установить вертикально. Лоток предплечья отрегулировать по высоте так, чтобы ось предплечья совпадала с осью ручки для сгибания и разгибания. И зафиксировать фиксатором. Закрепить предплечье с помощью ленты-липучки так, чтобы ось сгибания кисти совпадала с осью мотора сгибания и разгибания. После нажатия кнопки «Пуск» аппарат выполняет пассивные движения сгибания-разгибания сустава. Аппарат модели Flex F05 – компактный механотерапевтический тренажер для пассивной разработки, применяется для безболезненного восстановления подвижности сустава запястья, предотвращения обездвиженного состояния и в послеоперационный период. Использование возможно как в стенах лечебных учреждений, так и в домашних условиях.